Контрабанда наркотических средств предполагает ввоз или вывоз наркотиков, психотропных веществ или их аналогов через таможенную либо государственную границу Российской Федерации любым способом, если она осуществляется вне установленных мест или с сокрытием от таможенного контроля. За это деяние предусмотрена уголовная ответственность. Контрабанда наркотических средств и запрещенных веществ является оконченным преступлением как с момента фактического пересечения через таможенную границу, так и представления таможенному органу недостоверной декларации либо иного документа, допускающего их ввоз на таможенную территорию. Кроме того, уголовная ответственность наступает для лиц, использующих поддельные или неофициальные документы. Если при совершении преступления лицо использует поддельный или же неофициальный документ, то действие квалифицируется как совокупность преступлений, предусмотренных статьями 327 и 229 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следует также обратить внимание, что получатель международного почтового отправления, содержащего наркотики или иные запрещенные вещества, также подлежит уголовной ответственности.